Открыли пока пластилин. Пластилин нужно нарезать на пластин. Тяжело, давай. Вот так вот. Вот. Отпиливаешь кусочек, да, вот. Вот, давай, Кирилл. Я по этому делаю. Надо разогревать еще. Да, надо теперь разогреть. Что, половины хватит? Да, хватит, хватит. Заряжаем, заряжаем весь. Весь туда затолкал? Конечно. Вот так. Подойдет? Да, отлично. Я не получила. Не знаю, вот так вот, да, просто? Так. Так нормально или много слишком воды? Не, не очень большой. Не, нормально. Нормально воды. Туго, да? Кирюш, может, давай побольше еще сюда наложи. Еще отрежь половинку. Еще вот так полосочку и наложи. На всех, что ли? Еще какую тарелочку. Так, да. Еще горячая. Все, вот так вот. В другую сторону, Женя, вот, вот этой стороной. Очень. А почему у меня ствол дерева зеленый? Ну, такой у тебя ствол. Потому что у нас нет коричневого этого. А потом будет коричневый. Женя, выдавливай пластилин. Тугие шприцы. Да нет, это пластилин тугой. Нет, еще бывают тугие шприцы. Да, я трусочки там накатать. Не получается. Что, и выдавливать? Просто делать пластилин. Ну не будет у меня пупышка. Ну что, что-нибудь получится. Есть какой-нибудь еще цвет? О, это вообще тугой. Тугой? Ты пробовала? Да, я там пыталась что-то. Ну ничего. Но он еще и тугой. Сейчас, 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 ребятушки, сейчас вода тут уже подкипает. Все. Хотя надо разогревать, там может кипящий затем. Ну, чтобы у нас шприц растворился. Мама. Вместе с пластилином. А думаешь, это сплавит? Ну, если же кипяток-то пластиковый, конечно, не расплавится. Ну, хотя пластиковый, это очень. Но если бы даже сварила. Кирилл, ну лепи тогда так, что ли. Так тоже лепи, конечно. Вот, на, вот клей этого робота с пластилином. Вот, с пластилина можно робота склеить. Вот теперь надо это... Сделай ящерицу. Я тоже хочу что-нибудь. Сахаром? Сахаром хочешь чай? Ну, сейчас, наверное, есть же чай с сахаром. Что? Да, давай с смородиной и чай с сахарком. Да с сахаром, да пожалуйста, вам чай, да с печеньем. Что такое, человек хочет чай, ему дать. Короче, мне это вообще не идея, как бы не очень. Идея только реализуется не очень. Реализуется вообще очень не очень. Очень тяжело идет. Все-таки пластилин. Ой, а этот хорошо, когда смотри, вот когда он разогреется, он хорошо давится. Ну, сейчас посмотрим. Опять ты взяла тряпку? Да, есть тряпка. Далеко. А он же где-то здесь лежал, вот. Ну вон же кран твой, чай где, сейчас где? Тебе дадут. Сейчас надо чай. Нравится раскрашиванием робота. Ящерицу делать. О, отлично. Когда он должен быть жидким, я поняла. То есть он когда расплавляется, он, да, он должен быть жидким. У тебя легче идет, потому что когда горячий, вот он начинает дубеть, все он идет. Я не вижу. Ты хочешь синенький? Прицели. Да. Давай, кстати, вот. Давай тебе дадим какой-нибудь карандаш. Может, это там желтый? У меня вот такой тобот, видишь. Класс. Сима, ты зеленый только положила, да?
Кирилл убрал. Про язык зигоны. А, тут это. Да, значит, вот за зигоны. Вот для этого. Вот. Женя, лепи, лепи. Что там, Кирилл, покажи. Бери, на, лепи зверюшку. Лепи машинку, на. Лепи, мать, и кто? Да, делай машинку. Да, один блеск. Да, ёшки. Колесики сделай, конечно. Ой, ули прям красота. У меня шедевр. Настоящее волшебное дерево. Которое исполняет мечты. Дерево такое. Туда, где ты сможешь его взять, чтобы ты знал, где твой платок лежит, хорошо? Ну а в сумку потом ты так можешь брать, мама тебе будет давать? Да, он должен быть очень хорошо расплавлен. Да, остыл он там уже. Но у меня уже все закончилось. Яша! Давай это будет твой тайой, а это будет его пидеть. Я Продолжаем создание роботов и Ататуют. Хорошо. У меня ножки должны быть у этого. Робот. Победили, смотри. Саса, смотри. Так, это что такое? Смотри, сейчас это убьют. Кирилл, ты уже сделал хамелеона? Где я посмотрю? Везде. Ой, у тебя нога одна. Лошадь инвалид. Ничего, сейчас все поправим. Кипяток. Аккуратней. Смотри. Еще раз скажи, я не написал. Кипятком. Аккуратней с кипятком. Все-таки это горячая вода. Горячий пластилин. Но идея веселая очень. Мне нравится. Очень забавненько получается. Да. Тряпка, обтирашка. Специально для этого. Ребята! Ребята, вы что лежите? На твоя путь! Ребят, нам пора путь. Еба. Ребята, сюда идет зомби. А вы едите, отдыхаете. Ну вон зомби идет. Драться будем. Зомби сюда идет. А, не с тобой драться, там зомби идет. А желтенький есть у вас? Конечно. Вон зомби! Деня! Ты что? Ты можешь всех этих сломать? Так, ну что, смотрите моего робота, принимайте работу. Вот. Ой, чуть воды натекло. Дай. Подождите, вот. На свету. Вау! Красивый Какая робот. Какая красота. Вот моя работа. О, это очень дай красиво. Дай. Вот такое можно сделать из жидкого пластилина. Красиво, да? А давай уже лепить и забыть снова. Ну лепи хамелеона, ты же хотел. Лепи. Тебе что нравится робот. Больше? Робот или дерево, Женя? Дава. Робот нравится? Да. Да. Все красивое, скажи, да? Прикольная штука. Дава. Ну
что это за рожь? Это бакуган? Тогда выглядишь бакугана? Я не знаю, кто это. Фиолетовая рожь. Понятно. Посидеть.